Утро пробуждения. Именно под таким названием в минувшую пятницу в Малом выставочном зале на Советской открылась выставка работ семьи Вяль. Светлана, Геннадий и их дочь Алина свои работы совместно демонстрируют публике не впервые. Это уже второй подобный опыт, но признаются, что волновались в преддверии открытия ничуть не меньше, чем в первый раз. Но поддерживать друг друга – одно из основных правил Семейного кодекса. А потому все получилось, и сегодня брещане могут полюбоваться настоящими произведениями искусства. Начиналось все с того, что я сделала несколько гобеленов, и мне захотелось их кому-то показать. Я начала подбивать всех вокруг, кто хочет со мной сделать выставку. Ну и потом так получилось, что вот на семейном совете сели и решили, ладно, все помогаем, участвуем. У каждого члена этой талантливой семьи свои способы, методы и инструменты для самовыражения, для передачи эмоций и переживаний. Связующей нитью всех картин, которые сегодня доступны для просмотра в рамках выставки, является тема любви, пробуждения весны и вечной красоты, которых так порой не хватает долгими зимними вечерами и которых с нетерпением ждет практически каждый. Весна у нас ассоциации какие в основном? Это на самом деле пробуждение от зимней спячки, то есть это утро, как и у нас обозначено в названии нашей выставки. Это, ну опять же, утренний кофе, это новые какие-то мысли, новые мечты. То есть это глобальная перестройка, так сказать, и организма, и внутреннего, и внешнего вида, естественно. Посетить выставку и увидеть, как представляют себе утреннее и природное пробуждение авторы картин, представленных на экспозиции, можно до 18 марта. И сделать это действительно стоит. Судя по восторженным первым отзывам и комментариям, создать прекрасное настроение и подарить предчувствие праздника любви и добра у этой семьи получилось на отличном. Было открытие, и Светлана говорила, что она задумала выставку с кем-то из своих коллег-художниц. И когда я сюда зашла, я подумала, как замечательно, что не получилась та выставка по какой-то причине с кем-то, и что получилась вот эта милая семейная выставка. Это так замечательно, умиляет, ну просто вот как-то отдыхаешь, и глаз радует ирис, и я их очень люблю, как цветы. Ну, такая очень теплая выставка, просто замечательно. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.